Всем привет, вы на канале Кендиева. Сегодня, как и обещала, у нас распаковка альбома Ordinary. Это уже мой третий альбом Stray Kids. И мне его подарили на день рождения. Сейчас будем открывать. Я очень рада, я его хотела. Так, давайте. Открываем. Он такой красивый, это вообще. А еще тут такой крутой дизайн, как царапины и Ordinary. Так, там вроде бы карточки снизу, да? Можешь глянуть? Давай. Я тебе приоткрою. Там вроде бы карточки снизу должны быть. Да, нету карточек. В смысле? Есть? Нету? Да, есть! Кержит, кержит, бро, кержит! Мама! Я испугалась! Итак, вот такой вот этот. Классно внутри сделан, да, так интересно, необычно. Угу. Итак, а вот теперь вот мы вот это будем снимать, и сверху закроем этим. Или ты мне перевернешь все? Сейчас я все уберу. Хорошо. Итак, смотрим фотобук. Мама все перевернула там, и все там лежит. Я уже знаю, кто там. Я все видела. Так, давайте. Ordinary. У меня версия сканинг. Человечки. Феликс очень классно получился, смотри. Это человечки. Красиво позирует. Ordinary. Ну, Аня где? Вот. Банчан. А Банчан тут синими волосами. А Чанбин с этой зеленой челкой. Классно. Вот Лино. Слушай, это крутая идея. Вот, с фиолетовыми волосами. Ев, это крутая идея для фотосессии с такими манекенами, типа. Мама, мы сейчас... Мне нравится. Вот это крутая фотка. Смотри, какие у него интересные, да, шипы. Шипы. Ну, какой-то такой формы прикольной. Кто? Шипы. Чанбин. Вот, я говорила, челка тут зеленая. Угу. Слушай, ну я вообще такие образы у них не помню. Ну, это старая эра. Старая, я так понимаю. Да, эра Ordinary была давно. Вот, пожалуйста, Хёнджин твой, мама. Ну, Хёнджин не изменился, такой же классный. Ну, у него очень прикольное... Переверни назад, у него очень прикольное кольцо. Ну, прям перчатка, смотри, такая. Круто, mm-hmm. Очень. О, опять групповая. Кто тут? Кто тут? Кто тут у нас? Жестон. Вот так. О, Лино. Вау, очень круто. Я даже... Я в полном шоке, я так хотела этот альбом. А, Хан. Хан. Это же Хан. Это же Хан. Точно Хан? О, Феликс. Точно Феликс. Смотри, у них кольца такие, да, вообще, да, да. В этой эре у них кольца, это вообще. Подожди, а ну верни назад. У него юбка? У него много раз юбки были. Складочки. Феликс вообще часто в юбках. И в этом, и в Rockstar, и тут. О, Сэнмин. Так. Вот так вот. Еще Сэнмин. Вот у него, кстати, колец нет. Ну да. Чунин. Вот Чунин реально, он меньше всех, мне кажется, изменился тут вообще. Такой же прям. Серьезный такой. У него Вивьен Вествуд! У него Вивьен Вествуд, мама! Вот! Все понятно. Мама!
все, это он их амбассадор. Это точно все. Теперь я еще больше захотела покупать эту подвеску. Вот, смотри. Угу. Я в шоке. Но серьги-то у него. Серьги. Другие. Другие. Не с того набора. Ну и что? Ну, очень крутые вообще. Так, что тут? Опять групповая фотка. Ой, кстати, вот это прикольная очень страничка такая. Угу. Вот это. Такое вот. На корейском все, ничего не понятно. Благодарности тут да. Всем. На три усы на колени. Юхана. Ну, дальше. Так. И тут всякие... А где эти... диск? Диск? Я знаю! Он там внизу, короче, в коробочке. Я вспомнила. В общем, вот такой вот автобук. Мне очень нравится. И сейчас... Сейчас самое интересное. А там карточки сам внизу ты положила? Да. Хорошо. Подожди. Они подписаны, кстати, или нет? Я не знаю, они лежали лицевой стороной, я не переворачивала, ну, не посмотрела, как, что там подписано или нет. Стой, ладно, подожди секундочку. Открываем. Лирикбук. Вот это вот, мне очень нравится этот лирикбук, он очень классный, вот. Смотри. Угу. Ну, такой дизайн крутой. Так, это наклейки. Три, два, один. Вот. Вот это очень классное. Все спалило, тут подписано. И что же здесь подписано? Не знаю. Не знаю такого. Так. Сейчас. Вот. Прикольно. Она такая это еще тверденькая, знаешь. И карточки. Первая это, я не знаю, она подписана или нет. Так. Вроде бы нет. Да, она не подписана. И смотрим, тут такая маленькая фоточка будет. Три, два, один. О, Феликс! Точно? Да, Феликс. Мне тут не нравится. Реально? Да, вообще он мне здесь не нравится в этом альбоме. Вот это тоже мне не очень. Уже это странно. А ты колдовала мне на Феликса, мама? Ложу Пхенджин. Мама? Итак. Итак, я не знаю даже. Давайте начнем, например, с этой. Это версия черная. Покажешь и... нам сначала? Так. Давай нам сначала. Я не знаю. Давай. Давай. Что там? И? Феликс! Не может быть! Так как? Мама! Это ты! Я вам скажу, мне в этом альбоме Феликс это меньше ты. Всего понравился. Это ты! Ты колдовал! Когда я колдовала на Жасона, ты мне его говорила! У нас один Феликс, короче, сегодня. И мне он вообще не нравится в этом образе. Я в шоке, реально. Давай последнюю карточку. Давай. Так, давай я тоже тебе покажу, может. Ну, давай. Или... Ладно. А, я да, я помню, кто там. Все. Я поняла. Почём? Прикольно. Алло. Короче, мяс моих нет. Попался один Феликс. Ладно, в принципе, карточки хорошие, красивые. Но где мои бясы все? Куда подевались-то? Мне не попадаются вообще. Вот то, что мне попалось. Всем пока. Подписывайтесь на канал Кэдди. Ставьте лайки. И пока-пока. И ждите новые распаковочки. Да.